Привет, дорогие подписчики, мы продолжаем проходить Мертвый остров. В этой серии я планирую найти такие, хотя задания совсем непонятные, но найти способ проникнуть на склад-хранилище маяка. Я думаю, что нет никакого указателя, потому что маяк-то он, собственно, вот, и хранилище просто где-то очень близко. Кроме того, если успею, попробую в этой серии добраться до алмазных бунгало, который находится у черта на рогах, вот здесь вот. Там я еще ни разу не был, но сначала давайте-ка мы проедемся вокруг маяка и посмотрим. Там был какой-то вход, насколько я помню. Возможно, мне туда. Так, чуть пониже надо спуститься, вот он. День. Так вот, блин, ты еще живой, что ли? Блин, а, я не упаду? Нет. Я просто застряну. Обалденно. Так, давайте-ка вот так вот поставим машину тогда. И посмотрим, что тоже у нас вот здесь. А здесь у нас, похоже, ничего. Ну, видимо, я ошибся. Что ж поделаешь, где же у нас может быть склад-хранилище маяка? Видимо, придется мне вернуться назад и обойти вокруг маяка. Хотя, судя по всему, и таким образом я тоже ничего хорошего не найду. Так, лезь, наверное, на водительское сиденье. Извините за мое вождение, просто если тут аккуратно разворачиваться, то это займет очень много времени. Так, оставим машину на парковке. Хорошо, и давайте исследуем маяк. Возможно, где-то есть склад-хранилище. Допустим, вот здесь. Только чувствую я, что ничем хорошим это верхолазание не кончится. Ты посмотри, а. А вот, кстати, эта дорога, которой я давно интересовался. Заодно сейчас посмотрим, куда она ведет. Только не падай. Только не падай. А, ну все, видимо, дальше я не пройду. А, прошел. Блин, куда я пошел вообще? Так, вон там где-то алмазные бунгало, и там мы выполним квест сегодня. Скорее всего. Так, все, тупик. Возвращаемся. Зря я сюда пошел. Это была плохая идея. Ладно, хоть не убился с верхотуры. Так, еще другой вопрос. Смогу ли я теперь выбраться обратно? Это тоже любопытно. Блин, да не застревай ты в трех соснах. А, давайте попробуем с этой стороны посмотреть, что у нас есть. А здесь вроде как более цивилизованное место. И почему-то тут сразу играет тревожная музыка. Где же склад-хранилище этого маяка? Очень интересно. Я тоже вижу пропасть. Вон там у нас алмазная бунгало. Вот туда мне нужно по заданию. Видимо, придется отказаться от выполнения этого квеста. Больно он какой-то неочевидный. Ну что ж поделаешь. Такая вожись. Так, это что такое вообще? Готов. Так, какого хрена тут эти ящики? А, подождите. Это у нас буква H, это E. Похоже, help написано, да? Хотя P что-то какая-то странная. Ну ладно.
Не думаю, что хорошая идея так больно-то привлекать их внимание. Кроме того, я могу сказать, что я нигде тут не нашел склад. Так что возвращаемся наверх. Добрый день. Возвращаемся наверх. Довольно странное задание. И идем в алмазное бунгало. Едем, вернее. Сейчас посмотрим, что там. Так, алмазное бунгало, там у нас дела семейные. Консьерж по имени Уильям. Надо его найти. Заодно будем собирать всякое дерьмо, и кто знает, может, выполним побочные квесты, типа покормить там кого-то или дать провианты. Привет. Здрасте. Привет. Ой. Ошикнул. Давайте осваиваться. Да, здесь явно не для машин дорога, конечно, да ладно. Танки грязи не боятся. На машине мне спокойнее гораздо. Понятно, и куда? Ой, там амбал. Хорошо. Дали новое достижение. Так, и мне, видимо, на машине тут не проехать. Да, похоже так. Ну что ж, пойдем пешком. Не так уж и далеко осталось. И тут у нас, похоже... Да. Постараюсь пройти мимо него, особо с ним не связываться. Ух ты, темнокожий. Первый раз такое вижу. Тихо, тихо, тихо. Так, ножик пришел в негодность. Возьмем биту. И аккуратненько идем вперед. Так, это что у нас? Алкоголь. Жатвы нету случаем здесь. У нас водичка. Консервы. Хорошо, пусть там мужику отдадим. Гибкий шланг пригодится. Это что? Весло. Тоже неплохо. Энергетический. Ладно, возьмем для кучи. И самодельный злобный нож. Хорошо, неплохо поживились, надо сказать. Так, и вон у нас алмазные бунгало. Ты мертвый? Болты. Ну вот это, надо сказать, довольно прикольные домики. Ну таких отдыхать, наверное. Просто красота. Так, что это такое? Истребляющий! О, круто! Блин, дайте мне ее. Я ее хочу. Истребляющая дубинка. Так, ее надо. Блин, ее надо поставить. Да что ж такое? Ее надо поставить вместо вот этого ножика. Истребляющая ну, вы поняли. Дубинка. Так, что у нас здесь? Кто в домике живет? Никого. К сожалению. А тут довольно тихо, и в принципе мертвяков-то было не видать. Сколько их? Он раз, два. Да, обчелся.
Нравится? Получи. Ну, я бы не сказал, что прям такой уж истребляющий. Но вполне неплохо. Вполне себе, ничего. Палочка-то уже поломалась вся в говно. Добрый день. Забыл, как больно они бьют. Блин, ну... Давай. Вот молот, я понимаю. Руки у него уже поломаны, похоже. А нет, одна еще целая. Блин, а. Так, все, руки сломаны. Ай. Давай, давай. Блин, давай, падай уже. Смотри, уконтузило. Так, все. О, хорошо баксов дал. Так, все, это не встанет. Блин, опасно. Вроде бы только один у нас на пути. Сдох, нет? Все, сдох. Так. Может сюда заглянуть? Ну, здесь мне сдается тоже закрыто, да. Закрыто все. Ладно. Блин, вот похоже вот этот домик, да? Так, что у нас здесь? Молот хлипкая, требует свой уровень 8. Ее даже взять не могу. Это печально. У нас уровень пока 7. Тихо, женщина. Ушел под воду. Так, ну чё? Все что ли? Ну ладно. Не смею вас задерживать. Блин, не иди за мной, а. Ну не иди. А! Руку сломал. Все? Все вроде. Так, блин, далеко идти-то, оказывается. Я когда с маяка смотрел, не думал, что придется столько пилить. Ладно. А, вот сюда. Где ты там? Как тебя там зовут? Подожди. Блин, какого хрена мне отсюда показывают? Ох, как, какая природа, какая водичка. Вот бы там натурально отдохнуть бы. Красота. Так, ну и чё? Куда это меня привело? Блин, этот путеводитель довольно странный, надо сказать. А, они понятно, они забаррикадировались. Все нормально. Мои претензии сняты. Тихо. Ты посмотри, какой ракурс. Светлана. Светик. Да-да. I need more champagne. I fucking love champagne. Can you find some for me? You find me champagne, and I'll give you whatever I have. Whatever you want. Блин. Yeah, I'll give you a hand. You like sweaty. Okay, baby, we're going to party. Now find me some champagne. And not the cheap shit.
Понятно. Ну, если что, если найдем, принесем. Базару нет. Так, а ты что? Мне нужен муженек. Так, водичка. Муженек, как там его зовут, этой девушки? Уильям. Уильям. Факт. Улица. Ух ты, вы что тут творили-то? У вас тут групповуха, похоже, жесткая была, да? I can't believe that crazy bitch sent someone to find me. The whole world's going to hell, and the last person I want to be with is that goddamn wife of mine. Look, take the money and whatever else you want. It's no use to me anymore. And tell her I'm dead. Believe me, it's for the best. Отлично. Давайте деньги. Блин, где мне шампусик найти для Светки? Вот. А, уже не лезет. Аптечка. Так, надо аптечку применить, пожалуй, на себе. Как это делается-то у нас? Блин, набрал всякого говна, надо все продать. Так, аптечку использовать. Ну и что? Еще алкоголь? Похоже, пора возвращаться. Лекарства. Лекарства у нас на маяке. Приньку пригодятся. От вас никак нельзя, тут быстрого перемещения нет. А то, блин, обратно по этой дороге переться, это, конечно, да. Побежали. Да какого хера? Ты посмотри, как убился, блин, с такой высоты-то. Так, я думаю, будет безопаснее. И, кстати, наверняка отсюда напрямик есть дорога к маяку. Может попробовать? Может быть. Так, возможно, в этом баре я найду шампусика для Светки. Как знать. Что у нас тут? Алкоголь. Алкоголь для Молотова. Что? Энергетический тоже пригодится. Хорошо. Еще. Так, вода, консервы. Что здесь? А, здесь я уже открывал. Я же уже был здесь, точно. Так, где-то вон там моя машина. Все, пора уходить отсюда. И уходить как можно осторожнее. Да, вот она, красавица моя. Хорошо. Так, сейчас мы поедем на медицинскую станцию. Это что у нас там такое было? Ну ладно. Поедем на медицинскую станцию, отдадим, вернее, передадим хорошие новости. Потом приедем к маяку. Попробуем отдать жатвы. Посмотрим, короче, по обстоятельствам. Так. Все, доехали наконец-то.
Ну давай, открывайся уже, ёлки-палки. Так, что, кому тут надо было дела семейные-то сдать этот квест к Максу и Келли с хорошими новостями? Так, ну-ка иди сюда, Макс и Келли. Poor son of a bitch, I thought he'd make it. Guess I was wrong. Thanks, обманули. Самодельная мачете хрупкая. Блин, у меня уже не лезет. Давайте какую-нибудь гадость выкинем. Допустим... Что у нас самое разломанное? Вот это вот, допустим, можно. Нет, подожди. Так, а это мы бросим. Мачете. Так, что еще? Никто у нас тут, никому ничего не надо. С тобой все, мы решили вопрос. А мы тут практически со всеми уже решили, конечно. Так, с тобой что? Шампусика у тебя нету? Нет, максимум, что у тебя есть, это лимонный сок. Хорошо. Так, надо продать всякого говна. Допустим, вот тебя, тебя, метлу. Вот это оставим. Это тоже, пожалуй. Это уже третий уровень, оно довольно-таки слабое. Труба тоже слабая. И тяжелая труба тоже не радует. Так, что еще? Болты продадим, гибкий шланг, изоленту, лимонный сок, провод, циркулярную пилу. Хорошо, так, что еще? У тебя где-то там бинты, по-моему, лежали. Боль утоляющие. Бинты. Ладно, теперь нам нужно на маяк отдать там еду. Здесь, конечно, он возьмет. И попробовать отдать еще лекарство. Если тоже возьмет, естественно. Посмотрим, как получится. Так, возьмем машину поновее. Что у нас там по квестам? Проникнуть на склад хранилища. Интересно, как? Помогите людям возле маяка. Коктейли Молотова, нектар жизни. Может, Ким еще водички занести? Сколько у меня там водички-то? Две бутылки. Я думаю, хуже не будет, тем более, что она довольно-таки близко. Где она там у нас? Она у нас... Вот она. Вот тут вот остановимся и сбегаем к ней. Тут, конечно, много зомби, но я думаю, эта проблема для нас не будет. Блин, ты посмотри, сколько там всего показывает. Может, там шампанское есть? Глянем. Одним глазком. Одним глазком, не волнуйтесь. Так, что у нас здесь? Алкоголь. Да успокойся ты. Хорошо. Так, шампусик есть. Алкоголь для Молотова. Консервы. Пожрать. Еще консервы. Это что у нас? Баксы. Ладно. Давайте алкоголь возьмем. И, в принципе, ладно. Хватит на каждом углу останавливаться. Где там моя машина? Метрах Ким, конечно, можно было и отсюда добежать, но да ладно, ничего страшного. Блин, да что такое? За что я зацепился? Уйди, уйди! Так, ты? Что-то у меня сегодня с вождением машины проблемы. Выбей. Выбей.
Так, и вот так. Все, ну наконец-то. Так, где там она? Она у нас вот... Побежим отсюда. Так, надо успеть взломать дверь, пока эти не прибежали. Фейл. Фейл. Хорошо. Закроем. И отдадим водички, Ким. Так, что у вас тут? Энергетики. Держи. И держи. Хорошо. Так, теперь едем к маяку, как мы изначально и собирались. Только постоянно отвлекаемся что-то на всякую ерунду. Тихо. Да блин. Че, я уперся опять? Все, валим отсюда. Уф. Добрый день. Блин. Что-то у меня вождение сегодня страдает. Здравствуйте. Что-то я наплевательски вожу сегодня. Машина еще ездит. Даже странно как-то. Открывай. Надо, блин, исправляться. Исправляться я, пожалуй, уже буду в следующей серии, потому что это, судя по всему, подходит к концу. Так. Тебе тут жратва нужна была. Ну, принес. Надо же. Так, держи. Держи, держи, держи. А, все? Ну все так все. Так, теперь кому там нужен был, кому нужны медикаменты? Yes. Thank you. Держи. Че, все? Че мне указал тут? А, это мой указатель. Так, что у нас по задачам в итоге? Найдите бинты, болеутоляющие для лент. Ну я же нашел. Сколько у меня бинтов и болеутоляющих? Вот смотрите. Есть болеутоляющие, есть доля лекарства. Ладно. Хрен с вами. Не хотите, как хотите. А, ну и ладно, давайте посмотрим, не продает ли он шампусик. Шампусик у тебя, к сожалению, нет. А, давайте тебе продадим всякую ерунду. В принципе, продавать-то тоже нечего особо. А, ладно, я думаю, на этом мы завершим эту серию. А, дальше продолжим проходить эту игру. Без сомнения, замечательную. В следующей серии. Всего хорошего. Пока-пока-пока. We'll be right back.